Здравствуйте, я Евгений Запорожский, представитель команды Ньюкасл. 2013 год дался для нас очень плохо, так как мы начали очень плохо играть. 8 игр, 7 поражений, 1 ничья, минус 2 очка. Ну, вторую половину сезона мы уже отыграли очень хорошо. Закончили в середине таблицы почти. Осталось еще 2 тура. Игроков приблизительно было за сезон человек 20. Ну, в этом сезоне это еще очень мало, которые были. Для нас, лично для меня, были самые такие интересные игры, это ССЛК. Потому мы весь матч с ними играли до последней минуты. И в итоге 2 игры выиграли. С вами команда Бронь. Всем привет. Ну, в этом сезоне наша команда с периодичностью показывала хороший футбол. То есть иногда моменты были, проигрывали матчи, очень ненужные проигрыши. И в конце сказалось, то есть в конце сезона у нас недобор каких-то пару этих очков, которые дают право побороться за тройку призеров. Половина чемпионата, считаю, лучше уже вторая. У нас получилось, больше матчей мы как бы выиграли и догоняем чемпионов, но не хватает у нас очей уже, как бы Сами все, виноваты. все потеряно, да, Сами виноваты. виноваты, сами напривозили себе проигрыш, поэтому где-то Так, по игрокам у нас за этот сезон человек 15 команде прокрутилась. Ну, сейчас стабильно у нас на игру приезжают 7-8 человек, то есть уже основной лучших. состав 7-8 лучших игроков. вырисовался, да. Как-то с прошлым годом опять у нас перестановки, я все борюсь с этим, что постоянно люди приезжали, ну как-то у того не получается, у того какие-то свои проблемы, ну вот так вот. Самая интересная Со игра, Спартой. ну не знаю. Со Спартой, когда вот позапрошлом туре играли со Спартой, за вас играли. Спарта от нас отскочила, столько голов мы не забили, там штанги перекладины, все что угодно. Ну, так игра была очень Ну, интересная, люди собрались, люди аплодировали, кричали, что лучшая игра чемпионата вообще была. самые лучшие игры с хорошим, сильным соперником, и которым даже и можно сыграть ничью, даже проиграть. Ну, началось у нас было нервно немножко, не влились в игру, потеряли несколько игроков по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья. В течение этого года за нас играло 9 игроков. Влилась в команду 2 новеньких игрока. С высшей лиги мы взяли игрока одного и с одной команды. Однозначно лучшая часть сезона это была вторая. Мы начали немножко набирать то, что упустили в начале сезона. Конечно, были провальные игры, тоже непонятно из-за чего. А самая интересная игра в сезоне это, наверное, против Днепра. Вот несколько туров назад мы сделали камбэк, проиграли по ходу игры 2-0 и в концовке выиграли. Очень важные очки для нас, потому что честь, возможность занять третье место. Артем Садомов, команда «Спарта». Безусловно, 2012 год мы оценим как положительно. Команда как-никак вместе, коллектив у нас сплоченный. У нас очень интересные люди, самые ответственные матчи ездят там во Львов, покорять Говерлу. Но тем не менее, Спарта в этом году опять призера. Жалко, что пока не первое место, конечно. Не все в наших руках, но в принципе мы держим кулаки. Все еще надеемся. Приблизительно 15 человек у нас играло в этом сезоне. Состав немножко обновился, так как некоторые игроки уже постепенно стареют, все заканчивают, но никак не закончат. Первая половина чемпионата была намного лучше, вторая полностью провалена. Опять же, такие разные путешествия. Интерес, наверное, не только к футболу. Ну и для нас, конечно, самая интересная игра всегда запоминается, самая последняя. Последняя это с Бронью 2-2. Очень обидно, но все же игра есть игра. Сергей Бублик, организатор команды Боруссия 2 в третьей лиге. Ну, как я оценю игру своей команды в этом сезоне, ну, не очень удачную. На это есть объективно-субъективные причины. Объективные причины это на этот сезон припала у нас смена состава. Что ребята, которые играли в прошлом сезоне, например, они уже больше частью задействованы в первой лиге, где наша первая команда играет.
Вот. Плюс к этому появилось очень много игроков новых. Вот сейчас фактически на следующий сезон надеемся выйти полностью новым составом. Будет старых только буквально 2-3 человека. Будем наигрывать их. Надеюсь, что, ну, по крайней мере, за середину таблицы мы будем уже бороться, в отличие от этого сезона. Вот. Игроков в связи с тем, что смена состава шла, очень много было задействовано. На мой, скажем так, такой приблизительный подсчет, ну, почти как в высшей лиге профессионального футбола, 20-22 игрока было задействовано. Вот. Некоторые из них играли 1-2 матча и больше не будут играть. А лучше всего удалось первая половина сезона, потому что еще был стабильный состав. В том числе собирались ребята, которых приглашал я с первой команды, приезжали, и поэтому мы шли еще где-то в верхней части таблицы. Ну а потом уже больше переключились мы на первую команду, которая тогда еще имела шансы на призовые места. Вот, и поэтому вот начался эта чехарда. Ну, было несколько встреч интересных в этом сезоне. Я могу не вспомнить со всеми командами. На мой взгляд, самая интересная была у нас как раз первая, уже второго круга, если так можно выразиться, сначала после возобновления чемпионата, когда мы в меньшинстве, проведя весь матч в меньшинстве, у нас не было одного игрока, мы сумели свести в ничью матч 1-1. К сожалению, сейчас не вспомню. И еще одна интересная была игра с командой Днепр, это было в первом круге, вот когда мы выиграли у них 3-1. Проигрывали 0-1, вот. Ну и к тому же я забил свой один мяч в этом сезоне, ну как у меня обычно получается. Здрасте, меня зовут Сергей, и я представляю команду Феста. Можете задавать свои вопросы. А, как оцените? Ну, я думаю, игроков 15 это было задействовано в сезоне, но чуть больше, но чуть меньше. Как оцениваю... Скорее всего, вторая половина была лучше, потому что допускали меньше ошибок и было больше игроков задействовано, скажем так. На фоне всех игр выделить самое интересное было довольно-таки сложновато. Наверное, самое интересное та, которую мы достигли победу в самую тяжелую. Это 4-5, не так давно. Здравствуйте, меня зовут Славик, тренер, организатор Грэмио. Значит, что я могу сказать? Оценить игру нашей команды на самом деле в этом сезоне очень сложно, поскольку в этом сезоне мы играли в двух лигах. То есть, в принципе, оценить саму игру непосредственно самой нашей команды можно, ну, скажем так, в принципе, по первой половине турнира, потому что во второй что-то мы играем как-то, да, у нас была серия 7 побед, но играем как-то неуверенно, пытаемся это как бы вот исправить. Ну а так, в целом, как бы команда, как обычно, доволен, молодцы, все, по самоотдаче, как говорится, вопросов нет. Все здорово. Какая половина чемпионата? Ну, я стану снова спорный, ну, все-таки спорный вопрос, первая или вторая. Я думаю, что мы сезон весь играем пока неплохо. Ну и самая интересная игра в этом сезоне, даже не знаю, во всех играх отдаемся, все игры у нас, в принципе, идут на результат, все игры идут положительные, иногда негативные. Но в целом, как бы, самое интересное нет. Все самые интересные игры мы уже сыграли, осталось две не менее интересных. Надеюсь, что там мы покажем игру не менее хуже, чем за весь сезон. Меня зовут Роман, я с ФК-профи. Ну, могли попасть в тройку лидеров, не знаю, что-то не получилось, наверное, что-то не так. Будем стараться играть лучше, чтобы занять первое место. Здравствуйте, меня зовут Антон, я организатор команды «Атлетика». Я оцениваю игру нашей команды как не просто удовлетворительную, а как очень хорошую, потому что мы претендуем на золото в третьей лиге, и я все-таки надеюсь, что мы его завоюем. Игроков мы задействовали где-то 14, но это было только в начале сезона. Сейчас, если 7 приходит, это уже хорошо. Однозначно хочу сказать, что удалась нам первая половина сезона. Сейчас мы теряем очень много очков. Я в начале сезона еще говорил, что эта лига стала намного сильнее, что нет уже таких легких матчей, когда можно выиграть там 5-6-0. То есть все команды очень сильные. Вот сейчас мы теряем очки, сейчас теряют очки все. И именно из-за этого мы не теряем свои позиции. Самая интересная игра, ну, не знаю, мне кажется, с СЛК интересная игра.
Но это только потому, что мы победили. Ну и там интересный футбол команды показывали. А вот я помню камбэк с Фиестой. Мне кажется, он запомнился лучше всего. Зуль Александр, команда Е2. Вот, в этом году я оцениваю свою команду, как, конечно, можно было бы и лучше выступить, но ничего, я думаю, что практика, в будущем обязательно будем стараться выступить более достойно. Вот. Вторая половина чемпионата все-таки мне больше запомнилась, чем первая. Вот. И самая интересная игра, ну, все игры по-своему интересные, но самое интересное, тот, соответственно, который мы выиграли с самым большим счетом. Я замечаю здесь капитана команды Днепр Гулика Алексея. Оцениваю игру команды Днепр в сезоне 2014 года как прогрессивную по сравнению с прошлым годом. Удалось улучшить качество игры и состав. Команда поднялась снизу в верхнюю часть турнирной таблицы. За сезон была задействована, на всех играх присутствовал, но, думаю, человек 12-15. То есть такая обойма. Половина, наверное, далась первая лучше, потому что явка и организация была у Днепра нашей команды. В первой части получше, во второй части немножко сдали. И самая интересная игра в этом сезоне, ну, из тех, что я присутствовал, понравились игры с командой СЛК, организованная команда, дисциплинированная, играет интересный футбол. Самые интересные играют, и соперника играть интересно. Доброго дня, мене звати Олексій, команда Вікінг. Щодо оцінки гри команди за сезон, звичайно, ще рано говорити, наскільки він завершився, але в принципі він видався не найвдалішим за історію команди. Команда в нижній частині таблиці, невідомо, чи буде брати участь в наступному чемпіонаті, тому, скоріш, негативний сезон. Половина чемпіонату, в принципі, так само рівномірно розподілилась. Можливо, першу трохи краще зіграли, провалили літо, коли з матчі 8-7 не виграли жодного. І цікавих ігор, в принципі, було багато, якщо не рахувати ті, де програли 0-5, 0-6 і так далі. Ну, запам'яталася гра з Борусією, коли грали майже всю групу меншості і без воротаря, і виграли. Непогана гра була зі Спартою, нарешті змогли цю команду перемогти, хоча Спарта не дуже була задоволена суддівством. Завжди хтось не задоволений. Багато цікавих матчів, і викромити якийсь один важко. Юрій Бека мене звати. Як ви оцінюєте? Ну, звісно, ми вже вилетіли з третьої ліги, виходить, тому що на предпоследнем месте все очень нехорошо. Ну, игроков мы 10 человек задействовали в этом сезоне. Вторая половина, наверное, была лучше, потому что мы выиграли 2 игры всего лишь. Вот. Ну, самая интересная игра, мы выиграли Атлетика.